ажурный узор. Для образца я наберу 14 петель, 12 петель идет на основной узор, на 3 раппорта узора и 2 кромочные. Набирая обычным способом, вы набираете петли любимым вашим способом, я наберу обычным. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 петель. Достаем одну спицу. Подготовительных рядов никаких вязать не нужно. Начинаем вязать наш узор сразу с первого ряда. Кромочную первую петлю я провяжу лицевой, зафиксируем наш край. И все петли, весь первый ряд мы вяжем лицевыми петлями. За переднюю стенку вяжем лицевые петли до конца ряда. Это наш первый ряд. И кромочная идет изнаночная. Второй ряд узора. Кромочную петлю мы снимаем. Вяжем 4 петли изнаночной. 1, 2, 3, 4. Накид. Снова 4 изнаночные петли за передние стенки, за правые стенки я вяжу. 1, 2, 3, 4 изнаночные, накид. И последний раппорт. 1, 2, 3, 4, накид. И кромочная изнаночная. Второй ряд провязан. Вяжем третий ряд. Кромочную петлю мы снимаем, делаем накид, заводим спицу за нить, придерживаем, скидываем накид предыдущего ряда с левой спицы, скинули, снимаем следующую петлю за вот эту стенку. То есть переснимаем на правую спицу, и у нас она за счет скинутого накида вытягивается. Далее мы вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, и скинутую петлю, вот она, то есть первая из 4, мы левой спицей накидываем на 3 следующие. Все, раппорт провязан первый. Далее второй раппорт. Накид. Накид предыдущего ряда мы скинули, следующую петлю сняли. За счет скинутого накида предыдущего ряда эта петля у нас вытягивается. Можно вот эту петлю немножко придержать. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И вот эту скинутую петлю мы надеваем на следующие 3 лицевые левой спицей. Готово. И последний, третий раппорт. Накид. Накид предыдущего ряда скинули. Пересняли следующую лицевую. За счет скинутого накида она вытянулась. Придерживаем. 3 лицевые. 2, 3. И скинутую петлю, вот она. Вот она. Мы ее надеваем на следующие 3 провязанные лицевые. Кромочная. И последний, четвертый ряд. Все петли изнаночные. Самые легкие у нас ряды — это первый и четвертый. Узор легкий, требует, конечно, небольшой внимательности, но на самом деле вяжется он очень быстро. На камеру, конечно, я показываю медленно, поэтому кажется немножко так замысловато. Вяжется этот узор, поверьте мне, очень-очень быстро и легко. Вот такой красивый образец получился. Из пушистой пряжи тоже смотрится красиво. Большой образец, большой и маленький.
Красиво смотрится этот узор как в гладкой пряже, так и в пушистой пряже. Если это видео вам понравилось, было доступным и понятным, не забудьте поддержать этот ролик пальчиком вверх. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, не забывайте подписаться. И до встречи в новых видео. Пока!